Всем-всем большой привет! Всем привет! Мы с Максимкой хотим с вами поделиться тем, что к нам сегодня приехало. На сайте Banggood мы заказали две вещи, но сегодня приехала только одна из них. Не хотелось ждать, когда приедет вторая, чтобы сразу все вместе показать. Настолько впечатлились мы этими зубными щетками, как вы сейчас видите, что к нам именно приехало. Что решили сегодня мы расскажем об этом нашем заказе. Ну а когда приедет вторая наша вещь, тогда покажем уже вторую. Пока оставим все в секрете. Рад? Очень. Очень рад. На самом деле мы очень ждали, когда приедут эти щетки. Максимка давно просил у меня. И вот сегодня мы получили. Вот так они выглядят. Вот так смотрится коробка. Она была вот в этой слюде. Здесь мы слюду уже открыли, чтобы посмотреть. И давайте вместе с вами будем смотреть, что к нам приехало. Хочу отметить отличную упаковку. Вот эта коробка была еще упакована в такой пенопласт плотный и в пакет. Поэтому даже коробка не повредилась. Все приехало хорошо. Внутри все выглядит очень классно. Даже есть выемки удобные, чтобы достать продукты. Входит в состав вот такой пенал, зубные щетки, насадки и подзарядник. Мне будет помогать Максим, вынимает все из пакетиков и будем смотреть. Сам сайт называется, кстати, все время приезжают вот такие интересные закладочки, или как они называются? Визиточки. Сейчас я достану. Пока Максим все распаковывает, показывает. Да, и сам сайт называется вот так. Ссылку, конечно, я оставлю на этот наш заказ, чтобы вы тоже познакомились. Сайт отличный. Вот Максим показывает уже насадочки. Зубные щетки шли в двух цветах. В белом и в черном. Мы заказали в черном, да? И давайте смотреть. Все упаковано в классные чехольчики. Доставай. Они такие приятные. Да. И вот так вот выглядят щеточки. Щетки, кстати, тоже можно хранить в защитной в этой штучке. А можно вот так. То есть, если снимать, то обе щеточки, то две идут. Можно отдельно заказывать щетки про запас. Потому что когда эти перестанут уже, срок годности как бы истечет, то можно будет менять. Давайте щеточки посмотрим поближе. Вот так они выглядят. И вот так вот они хранятся в этом чехольчике. Подзарядник. Очень высокого качества, хороший. Давайте вот так посмотрим, что здесь написано. Ну и не терпится уже и Максимке, и мне перейти к самой щетке. Смотрите, как она выглядит. Материал у нее очень-очень хороший. Антискользящая поверхность. Прям вот рукам очень приятно держать ее. Да, я тоже это хотела сказать. Очень мягкие. Угу. Ну и, собственно, как она работает. Видно тут несколько режимов. Первый режим идет просто чистка зубов. Второй режим для чувствительных зубов. Потом массаж. Следующее отбеливание и полировка. Батарейка уже входит. То есть вот я включаю и меняешь режимы. Слышно даже по звуку и выключается. Ну и давайте пробовать, да, Максим? Одеваем щеточку. Надеюсь, я все правильно сейчас делаю. Вот она до упора одевается. И... Вау! Ой, а как вибрирует в руке приятно. Вот я на разных режимах. Вот так она работает. Работает щетка 2 минуты. То есть как вот положено чистить зубы 2 минуты, режим включается на 2 минуты.
каждые 30 секунд идет пауза. Пауза говорит о том, что пора чистить другую область зубов. То есть вы благодаря этой паузе знаете, что нужно перемещаться в другую сторону или на верхние зубки, на нижние. В общем, по 30 секунд получается каждая область. Вот такая замечательная щетка. И давайте мы с вами режимы проверим. Да? Угу. Ставь воду. Что хорошо, так как это все-таки электрическая зубная щетка, она безопасна. Водонепроницаемая, поэтому полностью безопасная. И давайте смотреть. Ух ты, на пузырьки пускает. Второй режим. Третий режим. Четвертый. Ого, брызгается. И самый сильный пятый. Видите, она аж брызгает даже. Вон как сильно. И выключаем. Действительно, на отбеливании она работает более активно, что более глубокая как бы чистка. На чувствительных зубах она более мягко и щадяще работает. На массаже мягко и нежно, потому что как бы массаж подразумевает и то, что будет работать она на деснах. Замечательная зубная щетка. Так как я брала сыну, то в черном варианте. Можно выбрать в белом. И рукам это просто, ну, получаете колоссальное удовольствие, держа такую вещь в руках. Ну и поставь ее на подзарядник. Мы посмотрим, как она выглядит. Так мягко. На подзаряднике она смотрится вот так. Красиво. Вот. Достаточно длинный провод и USB. Здесь наконечник. Очень понравилось, конечно. Вот так весь комплект смотрится. Огромное удовольствие мы получили от такого заказа. Понравилась нам щетка. Ссылку, конечно же, мы оставим. Скоро приедет наша вторая долгожданная вещь, о которой мы расскажем в следующем ролике, когда будем делать обзор заказов сайта Banggood. А сейчас с вами, наверное, прощаемся. Смотрите ссылки. Сайт очень интересный. Прямо я на нем зависаю, когда выбираю себе что-то новенькое и интересное. Надеюсь, он вам тоже уже нравится, потому что я не первый раз упоминаю об этом интернет-магазине. Ну, всем до новых встреч. А мы пошли на ночь чистить зубки. Да. Всем пока. Всем пока.